Из поселка Заречье Воденцово приехал хор русской народной песни «Субботея», чтобы людей повеселить и себя показать. На центральной площади города развернулись настоящие зимние гуляния. Участники коллектива активно вовлекали прохожих в народные уличные забавы. Распевки, частушки, потешки, русские народные песни, яркие костюмы и громкая музыка привлекли внимание прохожих и не позволили им пройти мимо. Зимние забавы наших предков во все времена не только дарят радость, бодрость и здоровье. Они воспитывают силу духа, ловкость, смелость, смекалку и умение действовать сообща. Помимо традиционных русских зимних забав, были и современные. Сложно устоять на одном месте, если перед тобой под новогоднюю музыку танцует практически Майкл Джексон. Незатейливые движения, легкий ритм, и вот уже взрослые и дети вовлечены в процесс. Счастливый блеск в глазах и искренние улыбки озарили город. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».